Владимир. Давайте зрителям нокаут. Давайте зрителям нужно ожидать. И мы неожидаемые. И дай бог, чтобы этот бой состоял. Это самый сильный ваш соперник, это самый важный бой? На данный момент это, естественно, самый важный бой моей профессиональной карьеры. Чем он сильнее, вы знаете, я не хотел бы говорить какие-то там сильные стороны или слабые Майриса. Это оба достойных соперника. Майриса был двойной чемпион мира. Телефон еще.
Александр, вы сейчас сказали, дай бог бой состоится. Что, есть уверенность, что есть мнение, что он состоится в субботу бой? Я Дамы и господа, ваши аплодисменты!